Если вы оглядывались на свою жизнь, на то, как вы ее проживаете, то не раз замечали, что вами управляют компульсивные эмоции. Сегодня вам очень хочется быть умиротворенными. Сегодня день рождения у вашей жены или мужа, и вы очень сильно хотите, чтобы все прошло без проблем. И именно в этот день вами управляет гнев. Он просто льется из вас безо всякой причины. Люди пытаются контролировать подобное всю свою жизнь, но ничего не меняется. Механика ума. Ум функционирует в соответствии с кармической субстанцией, потому что ум — это просто накопление. Характер ваших накоплений определяет то, как работает ваш ум. Для того, чтобы преодолеть те ограничения или компульсивность, которая была создана определенными накоплениями, нужно либо перейти на иной уровень осознанности, когда человек может стать свободным, либо трансформировать свои энергии. Переход на глубокие уровни осознанности обычно бывает очень обманчив. Все уверены в своей глубокой осознанности. Но если устроить им испытания, они покажут печальный результат. Это происходит потому, что такова природа ума. Он может обманывать вас до самого конца. Зачастую люди верят, что они изменились, просто потому что обстоятельства сложились для них благоприятным образом. Им кажется, что они изменились, но в сложных обстоятельствах они снова вернутся на тот же уровень. Вы замечали, как такое повторяется снова и снова? Трансформация энергии — это более надежный, более ясный путь. Вы ступаете по твердой почве. Все, что вам нужно — это постоянная приверженность и вовлеченность в определенную практику. Если достаточно поработать над своими энергиями с должным пониманием и под должным руководством, то можно очень легко достичь просветления на энергетическом уровне. Ваша энергия станет просветленной. Возможно, осознанность и не выйдет за пределы, но ваши энергии достигнут просветления. Это то, что мы практикуем в малых группах уже долгое время. Шива также говорил об этом. Шива говорит, когда задействуется спинной канал, свет начинает сиять внутри и вокруг вас. Если целиком направить внимание на канал Сушумна-нади, если задействовать ее правильно, тогда она оживет и засияет. Когда она засияет, за очень короткий период времени энергия разовьется и станет просветленной. Она будет сиять. От вас будет исходить сияние просветленной сущности, хотя у вас и не будет такой осознанности. Если вы просто будете тихо сидеть, вы будете мощной сущностью. Но если вы откроете рот, то все поймут, что вы дурак. Вот какими вы станете. Но это хороший подход, потому что он легко осуществим. Это легко осуществить. Нужна только приверженность. Особенно, когда есть «я», достичь этого очень легко. Если задействовать ваш позвоночник, вы можете просто засиять.